Всем здоровья, уважаемые. Из-за незначительных проблем никому из нас не хочется пойти к врачу. К счастью, некоторые проблемы можно решить очень простым образом, теми продуктами, что есть у каждого из нас дома и в основном в холодильнике на дверце. Давайте попробуем вместе, да? Прополощите ноги в растворе воды и зубной пасты. Если у вас грибок ногтей или стопы, то просто прополощите ноги в растворе воды и зубной пасты. Дайте антибактериальным средствам сделать свое дело. Кстати, черный чай поможет избавиться от боли в результате ожогов, ну, после загара. Чтобы избавиться от загара, просто поместите мокрые пакетики чая на пораженное место. Антитоксины в чае вам точно помогут. Далее, что он еще может быть? Пример. Яблочный уксус поможет избавиться от боли в горле. Прополощите горло раствором яблочного уксуса. И вы будете удивлены. Да, боль пройдет. Листик мяты поможет пробудиться. Мята используется в энергетических напитках, и даже просто вздох ее запахом пробудит вас очень легко. Например, пищевая сода поможет избавиться от изжоги. Рецепт просто простой. Половина чайной ложечки пищевой соды, 120 мл воды, несколько капель лимонного сока и 1 чайная ложка меда. Смешать, пить и повторить каждые 2 часа. Этот рецепт вам точно поможет понизить уровень кислотности в желудке, что вызывает изжогу. Перекись водорода поможет избавиться от боли в ушах. Пол чайной ложки соды, 4 мг холодной теплой воды, несколько капель лимонного сока. Это все, опять же, рецепты от горла. Если же у вас проблемы как бы с ушками, несколько капель 3% перекиси водорода растворите в воде и возьмите пипеточку и капните в ухо. Эта процедура поможет избавиться вам от зуда и боли в ушах. Вот, собственно говоря, такие вот нехитрые советы помогут вам, возможно, сэкономить деньги на врачах. Но все-таки не стоит заниматься самолечением. Все-таки помните, что лучшая терапия – это профилактика. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Счастливо!